Привет, меня зовут Кенди, и сегодня я бы хотела показать все свои ос, которые были в Gacha Life. Не буду медлить с началом, поэтому поехали. Моя самая первая ос в Gacha Life, ее зовут Печенька Канал, тогда назывался Gacha Cookie, в видео выглядело так. Следующий ос — это Мята. Канал назывался тогда Soft Mint, в видео выглядело так. Это ос звали Мишель Канал, назывался Мишель, в видео выглядело так. Потом появилась и Кенди. Всем хорошего настроения, всем пока!